Всем привет! С вами сегодня на канале Вовчик, и мы играем в чё? Blades of Brim. Да! Ребят, всем привет! Сегодня мы играем Blades of Brim. Игра от создателей Subway Surfers. Новый герой, новый сюжет. Его зовут Брим. Он защищает свое королевство. У него такие классные, такой классный меч со суперострыми лезвиями. Собственно, игра об этом, как он своими лезвиями поражает врагов. Собирает деньги, разрушает. Вот ты знаешь, что за графин он разрушает? Ты видишь, что это за графин? Ну, кувшины какие-то. Это не знаю. Монстры такие. Ну, интересная такая тоже игрушка. Главное, что здесь ни от кого не убегает, она наоборот нападает. Преуслуг такой. А вот здесь уже предпосылочка к тому, да, как там убегает. Ты чего? Проиграл-то? Как? Давай выигрывай уже. Вот это был дядя какой-то странный, я это не знаю. Это захватчик твоего королевства. Да? Да. Да вы уволили! Я. Новый герой? Не-не-не-не. То есть ты можешь теперь быть не Бримом, а другой вот этой вот героиней получается? Давай героиней. Вы только что открыли героя феи, выберите ее. Ну если мы не хотим ее выбирать. Мне Брим нравится. Ну давай попробуем, выбирай. Ну, смотри, тут еще какие-то герои есть. Это что ты? Ну давай пробежимся. Побежали. Смотри, что ты... А он нам пока недоступен. Что это за крыс какой-то? Ну это какой-то другой герой. Видишь, сколько их здесь? Мне перед началом показалось, что это крыса. Мультик. Ну это же здесь эпические персонажи все. Героя можно сменить. Давай этой девушкой пробежимся, а потом снова выберем нашего Брима. Все, побежали. Погнали. Девочка. На стрелочку нажми. Ага. Все. Мы согласны. На крестик, может быть. Давай. И... Ура! Сработало. Ну давай, Вовчик, чтобы этот уровень у тебя был на ура. Я не успела прочитать. Ты видал, что она может? Она может бегать по стенам. И по стенам. Круто! Слушайте, мне определенно нравится эта возможность. Ух ты! Слушай, она вообще фея, правда, какая-то. Так, тебе нужно собрать 30 монет. Давай, мочих, молодцом, молодцом. Смотри, если они вот так давай, мечом их разрезали лезвиями наших врагов. Так! Эй, почему его не завалили? О, крутяк! Тебе осталось всего две монетки собрать для прохождения уровня. Ура! Круто! Давай-ка будем за эту вот девочку играть. Давай, мне тоже нравится, как она бегает по стенам. Монстрял такой, да. Так, мы что-то выиграли. О, тебе нужно пробежаться по стене 6 раз, и ты получишь тот сундук. Так, все, продолжим. Давай! Давай, попробуем еще разочек. По стене! И подмали! Так, 6 раз пробегись по стене. Ну-ка, давай на стенку. На стенку! На стенку! А там не было пропасть? Там пропасть? Я так запереживала. Это что за чудище такое? Так, Вовчик, чтобы пройти этот уровень, нужно пробежаться по стенке. Как так-то? Попробуем еще раз. Это мой любимый танец. Побежали. Пробегись по стенке. Вот сейчас у тебя будет момент, ты должен пробежаться по стене. Деньги-то тоже собирай. Давай. Оп. Давай. На стенку. Да, а почему не получается? Потому что это неудобно. Ну да, как-то у тебя не получилось. Опа, давай. Надо как-то в другую сторону. Здесь-то стенки нет. О, ты куда залез? Это что за такое? Какой кошмар! Ты в логово этих чудищ попал? Ну что ж, ребят, вот такая интересная бегалка. Будем пробовать в нее играть, да, будем учиться бегать по стенкам. А вам спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте нам лайки. И подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем. И ставьте колокольчики. Колокольчики обязательно. Всем пока.